Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Какие смешные случаи бывают на тренировках? Для меня, который самый вот недавний случай был, когда заходят ученики, тренера нету. И встает ученик и начинает проводить тренировку. Все на него смотрят со странным взглядом. Ну, а это была шутка 1 апреля. В общем, как говорится, учитель зашел, и все немножко расслабились. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС.